«Кругосветчики» и серия, в которой мы со второй попытки отправляемся в Панамский канал, чтобы открыть новую главу нашего путешествия и оказаться в Тихом океане. Напоминаю, что за плечами у нас 5 недель абсолютно каторжного ремонта яхты на берегу. За это время мы практически заново пересобрали нашу лодку и теперь были готовы к Тихому океану. Сейчас мы идем вдоль побережья ко входу в Панамский канал, прислушиваясь ко всем звукам и присматриваясь к поведению отремонтированной яхты. Последний раз подходим к Панамскому каналу с атлантической стороны. Сзади меня видны уже первые сухогрузы. Мы за день подходим, на день раньше даты прохода, чтобы отдохнуть, подготовиться, встретить нового старого попутчика Антона и уже непосредственно начать процедуру прохода канала. Точно? Напротив входа в канал стоит множество танкеров и сухогрузов, ожидающих своей очереди на проход. Мы неслись под парусами через это скопление, отвечая на приветствия моряков, вышедших подышать на палубу. На территорию канала мы заходили уже после захода солнца. Кстати, здесь видно, что в Панаме используется система навигационных знаков ИАЛБ. Это буи, обозначающие безопасный для навигации фарватер. В европейских акваториях мы привыкли, что красный знак обычно слева, а зеленый справа. Здесь же все наоборот, и от этого с непривычки приходится потратить минуту-другую, чтобы понять, безопасным ли путем ты идешь. То, что вы сейчас слышали, это местная радиоволна Марины Shelter Bay. Каждое утро на ней яхты обмениваются полезной информацией и анонсами. На самой Марине заострять внимание не будем, мы уже показывали ее вот в этом ролике. Завтра уже канал. Кажется, стоит подойти серьезно к этому делу. Думаю, пора избавляться от всего вот этого. Это была атлантическая версия, а это тихоокеанская. Я вот иду заправить запасные канистры. Ой, иду не туда. Заправляют тут прямо с корабля. Таких друзей по дороге можно встретить. Эй. Ладно. А вот так в парниках в Панаме выращивают яхты.
если захотите свою яхту, достаточно посадить ее в землю и накрыть парником. Проверяем двигатель перед каналом. Ну как проверяем? Андрей проверяет. В этом моменте, пока мы еще не направились внутрь канала и проводим последний день на атлантической стороне, хочется затронуть тему, которую мы старательно избегали не только в рамках наших видео, но и внутри команды. Речь про внутреннее состояние, борьбу со стрессом и просто ощущение счастья от всего происходящего. Именно на этом этапе, после затяжного ремонта, особенно остро ощутилось, в каком напряжении мы пребываем и каким трудом дается осуществление нашей мечты. Если задуматься, то уже больше года мы не оставались на яхте одни, предоставленные сами себе. Череда поломок не дает толком расслабиться, потому что все время есть нечто требующее внимания или ремонта. YouTube тоже стал неотъемлемой частью нашей жизни, со своей необходимостью все время генерировать контент и выдерживать заданную планку. Про деньги вообще молчу, может, постоянно о них и не думаешь, но внушительные долги по-прежнему висят над нами и постоянно гнетут в фоновом режиме. Понятно, что обо всем этом мы знали заранее и закладывались на большое количество проблем, но это не отменяет того, что, столкнувшись с ними, приходится действительно непросто. После затянувшегося ремонта мы оба нашли себя в каком-то подавленном состоянии, значительно растеряв кайф от кругосветки. Для меня это выразилось в каком-то полном отсутствии желания что-либо делать и с кем-либо разговаривать. Хотелось просто остановиться хотя бы ненадолго на месте, ни о чем не думать и разобраться с тем, что происходит внутри головы. И по совету друзей я обратился к психотерапевту впервые, чтобы получить какой-то взгляд со стороны на происходящее со мной. И после первой сессии я пришел в восторг и ужас одновременно, потому что понял, как много проблем, противоречий, каких-то невысказанных мыслей ношу с собой ежедневно. Все они разрастаются и цепляются друг за друга. Проблемы с яхтой, которые надо постоянно решать, они сказываются на общении с Андреем. Отсутствие отдыха, денег, личного пространства — это накладывает отпечаток на настроение, мотивацию. Но хорошая новость заключается в том, что об этом стало проще думать и проще разбираться с этим, когда мы отделили проблемы друг от друга, и они перестали выглядеть таким бесформенным маревом, где все тотально сложно и плохо. У меня состоялось еще 6 сессий с психотерапевтом, и они продолжаются до сих пор, значительно облегчая мою жизнь и делая ее лучше. Хочется, чтобы эта сторона кругосветки тоже хотя бы отчасти стала публичной, потому что многие недооценивают ее или вообще не берут в расчет, когда мечтают о собственных длительных путешествиях. А для меня опыт психотерапии стал настолько вдохновляющим, что я сам написал в сервис «Ясно», где общался со специалистом, и предложил им рассказать у нас о своих услугах. Так вот, «Ясно» — это сервис онлайн-психотерапии, куда отбирают только опытных специалистов со средним сроком консультации около 8 лет. Там можно достаточно легко подобрать собственного терапевта, почитав описание или посмотрев видеовизитки. Поменять терапевта тоже легко, если вдруг у вас изменился запрос или вы хотите познакомиться с несколькими психологами. Мы искренне рекомендуем вам «Ясно», если вы тоже хотите разобраться в себе или обсудить какие-то личные проблемы. И будем рады поддержать вас на этом пути 20% скидкой по этому промокоду. Мы по случаю завтрашней отправки через Панамский канал решили устроить барбекю вечер. Андрюха замариновал крылышки, кажется, которые я несу. Приехал Антон. Что это? Я не знаю, крылышки или... Это ребрышки. Все, Антон, с возвращением. Я рад здесь быть! Ну, ребрышки явно, ну, в смысле, их надо гораздо дольше мариновать. Ну, просто, может, их надо сутки мариновать. Либо их можно сварить.
Леша, тебе советую. Леша, может быть больно. Не такая же медитативная эта игра. Наконец наступил день X, и мы покидаем Shelter Bay. Нам нужно было выйти из марины в назначенный час и встать на якорь в специальной зоне, чтобы ожидать прибытия пайлота. Туда же должны были привезти дополнительные кранцы и длинные швартовы, которые мы арендовали у нашего агента на период прохождения канала. Напомню, что Панамский канал мы будем проходить на протяжении 2 дней. В первую ночь пройдем шлюзы на Атлантической стороне, затем переночуем посередине в озере Гатун, откуда на следующий день будем идти под двигателем около 6 часов до Тихоокеанских шлюзов. Пройдем их и к концу 2-го дня окажемся в новом для нас океане. На стоянке мы отыскали 2 яхты, с которыми будем в связке проходить шлюзы, и бросили якорь между ними. Через какое-то время прибыли наши кранцы со швартовыми. Зацените, во что одет человек, который их привез. Гедонизм здесь развит на таком высоком уровне, что он буквально приехал к нам с футбольного матча, не успев сменить игровую форму. Он, кстати, посоветовал нам защитить чем-то солнечные панели, потому что в шлюзах на яхты будут бросать веревки с утяжелителями, которые могут случайно попасть в них и повредить. Оставалось ждать прибытия лоцмана, и мы воспользовались этим временем, чтобы определить, в какой последовательности будем управлять яхтой с Андреем. Вот это решка, вот это орел. А нам покажи. Так. Раз. Вторая сторона. Короче, мой кораблик, который... Королева. Окей. When we are more close to the lot, we will make the nest. We're supposed to be in the center of the composite. This is our boat. We're supposed to be in the center. Oh. So, hello. Hola. We're supposed to be at the locks at 1915. Okay. But we prefer to let the big ship to start moving, and we will follow this big ship. Okay. So I will start my radio. Me, Charlie, Sadiq, checking radio.
подошли к первым шлюзам атлантической стороны. Нужно было связаться с тремя яхтами, чтобы заходить в них уже в соединенном виде. Так, одних мы подцепили на левый борт, к нам подходят с правого борта, чтобы тоже лагом пришвартоваться. Да, мы входим в первый шлюз Панамского канала. Это восточный канал, шлюз называется Гатун здесь. Это восточный шлюз. Мы сейчас связались с двумя соседними лодками. То есть мы будем по центру, они будут привязаны к стенкам шлюза. Заходим ровно в канал и начинаем шлюзование. Ну что, Алин, как ты себе представляешь шлюзование? Я шлюзование себе представляю так. Вот эти лодки по двум сторонам от нас будут швартоваться. Потом уровень воды будет каким-то образом меняться. Мы будем находиться посередине и наслаждаться этим процессом. Как ты недавно показал, вот так. Короче, мы почти в шлюзе, толкаем две яхты, передали швартовые на берег и заходим, поджимаем большой корабль. Вот он сам, шлюз. Сейчас как войдем в него. По-моему, этот парень застрял, кстати, там. Вот это специальный паровозик, который тянет швартовые больших судов. Оу! Оу! Найс!
устроились, потому что на швартовых работают соседние лодки, выравнивая нашу позицию в камере. А мы просто в ус не дуем посерединке, снимаем контентик. Я думал, что мост уже не будет видно, но нас подняли настолько, что его стало видно через ворота камеры. Прям минут за 10 это все происходит, очень быстро поднимает нас наверх. А вот встречное судно сейчас будет выходить из камеры. Пока весело, крутой аттракцион. Нашего пилота горячим ужином, поэтому мы начали готовить его прямо в шлюзах. Классика, паста, болоньезе. Вышли из канала и тут качает, хотя это озеро, но это волна от кого-то прошедшего. В первую систему шлюзов мы прошли. Теперь нужно было рассоединить яхты и встать на ночлег в озере. Yes. It's ready. Release it. Во время шлюзования наш лоцман так и не успел перекусить, поэтому мы упаковали ему болоньезе с собой в ланчбокс. Но запах приготовленного Андреем блюда так раззадорил Рейнальда, что он решил наслаждаться ужином, даже несмотря на приехавший за ним катер. See ya, bye-bye. Второй. Сколько сейчас? 8 утра. Мы в озере Гатун, которое очень похоже на Пироговское водохранилище. Соседи все уже проснулись.
И кажется, вон там вдалеке к нам едет новый лоцман. Швартовались на большой бакен в ночи для больших сухогрузов. Первый раз лагом вот так вставали. Забавный опыт. Доброе утро. Утро доброе. Мы позавтракали и стали ждать нашего нового лоцмана, который будет сопровождать нас в течение второго дня. Мы рассказали Рикардо, в какой комбинации связывали вчера яхты. Определились с тем, что повторим ее же сегодня, и выдвинулись в путь. В 8:30 утра начинаем второй день перехода Панамского канала. Выдвигаемся по озеру Гатун. Будем идти часов 5-6 по нему до ближайших первых тихоокеанских шлюзов. К нам приехал новый лоцман, его зовут Рик, приятный чувак. Ну все, поехали дальше. Последний взгляд на мост. Ну вот наша флотилия сегодня снова из трех яхт. Это дальше Кёрли лодка, это Белуга, ну и, собственно, Задик мы. Будем также проходить шлюзы в связке из трех. И посовещались с Риком, он спросил, как прошел вчерашний день, и решили оставить ту же формацию. Мы будем в центре двигать всех, а ребята по краям будут орудовать со швартовыми. Постоянно приходится на волны поворачивать от проходящих судов. Они так порядочно разгоняют вокруг себя. Нас первый раз догоняют большие ребята. Мы поджались вправо, сейчас будем пропускать два контейнеровоза. Или, наверное, один только контейнеровоз, а другой какой-то нефтеналивной, видимо. На самом деле, прохождение озера Гатун достаточно спокойное и временами скучное занятие. Удерживать яхту в пределах фарватера совсем не сложно. Он хорошо размечен, навигационные знаки расставлены близко друг к другу. Так что главное развлечение — это проходящие мимо суда, каждый из которых становилось маленьким событием. Ну и еще развлекались рассказами Рикардо. Например, о том, почему опасно оказаться близко к проходящему судну. Vessels, all of the vessels experience something called hydrodynamics.
They're actually water forces. There are three hydrodynamics that the vessel can experience. One is called squat, the other one is called bank suction, mm-hmm. and the other one is called ship-to-ship interaction. The one getting closer to the big ship is called ship interaction. On the bow, when the vessel starts moving ahead, she expels or moves away water. So when we get closer to him, the water on the bow that he is moving or displacing is gonna pull us away. It's gonna push us away. But that's not the critical part. The critical part is once we start getting closer to the propeller. The propeller causes a force that sucks you in. And if you get closer to her, you're gonna get sucked in by his force. Yeah. Потом мы неожиданно заметили внутри канала на берегу каких-то людей. Rick, and who are these guys on the shore? It's a tourist. Чтобы не печатать долго субтитры к объяснению Рика, вот вам сокращенная выжимка от меня. Ну вот Рик рассказывает, что все вот это пространство, где мы едем, это по сути раньше были холмы. И вот это остров, который называется как-то типа рыжая грязь или глина. В общем, его используют для исследований научных тропической жизни. Там на берегу вот можно разглядеть здания, лабораторий. Идем уже второй день через озеро Гатун. Вдали виден большой контейнер-воз, который мы недавно пропустили. И сейчас займемся открытками, которые... Секундочку. Займемся открытками, которые будем рассылать всем тем, кто поддержал нас с проходом Панамского канала. Напомню, что мы смогли исключительно на деньги, собранные вот с открыток, пройти, оплатить целиком всю процедуру прохождения канала. И, как и обещали, здесь эти открытки в самом канале начнем создавать и заряжать, чтобы оставить на них маленькие артефакты и напоминания об этом крутом и очень важном для нас процессе. Поехали! Собственно, начну я с вырезания открыток. У нас есть альбом классной бумаги, специально купленной для этого. Сначала вырежем их и, наверное, попробуем зарядить уже бумагу еще до того, как на ней появится какой-то рисунок. В какой-то момент продолжать вырезать открытки стало сложновато, потому что трафик участился, и нас то и дело знатно раскачивало на волнах от проходящих судов. Но мы еще обязательно вернемся к этой затее чуть позже. Если это не очевидно, то проговорю вслух. Очень жарко. Жара, мне кажется, близится к 40 градусам. Точно больше 35. Мы прячемся под навесом, но тоже не совсем спасает. Но по-прежнему дико интересно. Подходим к первому шлюзу с атлантической стороны, ой, с тихоокеанской. И сейчас подберем на борт попутчика, еще одного, который спонтанно материализовался. Оказалось, что в Панаме живет, работает девушка, которая когда-то с нами ходила по Фарерам. Сейчас едет к нам, попросилась на один день пройти через шлюз. Мы не смогли отказать.
Оказалось, что Панамский канал не какая-то супер закрытая территория, как мы думали. Можно просто заплатить рыбакам в ближайшей деревне, как это сделала Марина, и легко добраться, например, до интересующей яхты. Наконец мы подобрались к Тихоокеанской системе шлюзов. Пришло время снова связывать между собой яхты. Перед самым заходом в шлюзы мы стали свидетелями того, что даже в Панамском канале не вся коммуникация идеально отлажена, и между работниками бывают размолвки. Нам навстречу из шлюза достаточно быстро двигался буксир, который Рик попросил по рации сбросить скорость. Так как три яхты были связаны вместе, волна от буксира могла создать нам неприятности, накидывая лодки друг на друга. Но капитан встречного судна отказался, мотивируя это тем, что он спешит. В целом все обошлось, но наш лоцман, хоть и вежливо, но весьма грозно, несколько минут раскатывал по рации своего коллегу, объясняя, что он в высшей мере не прав. Мы благополучно вошли в последнюю систему шлюзов перед Тихим океаном. Проходить их мы будем в паре с большим судном, поэтому каждый раз, заходя в каждую из трех камер, нам предстоит дожидаться, пока в нее же не зайдет здоровяк, идущий за нами. В первом же соседстве наш тримаран смог наладить контакт с Баковым на танкере. Ребята смогли пальцами и криками продиктовать телефон человеку на носу, и он сейчас скинет им фотографии оттуда на соседнюю лодку. Может, они поделятся с нами. Ребята показывают номер телефона в тетради, а человек в бинокль его разглядывает, чтобы отправить фотографии. Собственно, вот та самая историческая для нас фотография.
Антон тоже очень хотел пройти какой-нибудь шлюз. И мы дали пройти ему последний, самый важный шлюз Мирафлорес, который сейчас отделяет нас единственный от Тихого океана. Но Антону явно удобнее, так как он идеально говорит по-испански, проведя свои зрелые юношеские годы на Кубе. Он нашел быстро коммуникацию с Риком, точнее, это Рикардо. Что там? Зрители. Ого! Нас рассказывают. Офигеть. Нас сейчас прям перечислили, какие лодки. Название? Да. На удивление, тут действительно оказалась смотровая площадка, и вот люди вот там собрались, чтобы посмотреть, как спустят воду из шлюза, как мы пройдем, собственно, эти камеры, две. И, как сказал Андрей, нас даже называли по названиям лодок, что достаточно приятно и неожиданно. Последний шлюз перед Тихим океаном. Последний шлюз Мирафлорес. Там Тихий океан. За нами танкер Юта Voyager. Мы заряжаем бумагу для открыток, которые отправятся всем, кто поддерживал наш проход по каналу. Макнем их тут уголочком. Пинг. Все, чуваки, теперь на всех открытках есть кусочек последней камеры. We're making a kind of postcards. Now it's empty, but we will draw something a little bit later. Но мы решили усилить заряженность открыток и попросили Рика оставить на каждую небольшую метку от себя, потому что он тоже стал для нас важной частью этого этапа. Just could you just make a line okay. on all of them? It will be your part. A line? Yeah, just a line. Yeah, on all of them. You are part of of our trip, and we want to. You want me on all of them? Yeah, on this. Just to leave your part of you on this. Thank you for postcards. Thank you. Wow. All of them. Yeah, thank please. You. Ну, вообще-то мы в последнем чембере, сейчас как это по-русски, в последней камере шлюзовой Мирафлорес. Это самая высокая точка, я так понимаю, канала, точнее, самая высокая камера. Короче, прямо перед нами Тихий, его пока не видно, но мы очень близки к нему и почти закончили прохождение канала. Очень радостно и волнительно. Все,
Все, последние ворота открыты. Мы выдвигаемся в Тихий океан. Конечно, были изрядно утомлены двумя днями пути, но в не меньшей степени рады тому, что все прошло благополучно и мы наконец-то оказались в водах Тихого океана. Начиналась новая, по-настоящему серьезная глава нашего путешествия. Осознать это и как-то принять еще предстояло, а пока мы простились с Рикардо, чтобы окончательно покинуть территорию канала и занять свое место напротив Панама-Сити. We'll just always keep the fender at hand. But you should be good. You should put like jam. Take care, Captain. Thank you so much. Madam, thank you very much. Take care. Hope to see you in Panama. Надеемся, вам понравилось совместное путешествие через Панамский канал. Мы очень старались. Будем рады, если вы оставите комментарий и подпишитесь на Кругосветчиков во всех соцсетях. А мы скоро вернемся с новыми видео и даже придумали запустить в скором времени собственное шоу о приключениях. Оставайтесь на связи.